Всем привет, с вами Михаил Райт. К нам приехала гора самокатных железок, расскажу про самые интересные из них. Но по традиции вначале передам приветы. Джокер Бум просит передать привет Спаску Дальнему и ему тоже. Илья Кудрявцев, передайте привет мне и райдерам Белоярского. Райдерам Белоярского и Илье Кудрявцеву привет. И Вселенная Футбола просит передать привет Амину. Амин, тебе целая вселенная передает привет. Ну и Хеллрайд заодно. Заранее сорян, возможно, будут слышны какие-то странные шумы. Мы перевозим свой склад, поэтому пацаны всю ночь работают вместе с нами. В общем, не обращайте внимания, если что-то будет шебуршать. Заранее сорян. Давайте поиграем в Дашу-путешественницу. С какого бренда мне начать? Правильно, Прото! Бэби СКС Зака Мартина. Бэби СКС, потому что это маленький СКС, а не стандартный СКС Прото. Зака Мартина, потому что промодель Зака Мартина. Она вся расписана, у нее разные стороны здесь и здесь. Ну, в смысле, разные рисунки на сторонах. По классике есть специальный болт для того, чтобы разжимать зажим, для того, чтобы проще было вставлять руль. Проставка под стандартные, под оверсайз рули. Ну, в смысле, проставка есть под стандартные рули, обязательно оверсайз рули. В комплекте наклеечка Прото. И еще раз повторюсь, я уже рассказывал об этом в каком-то обзоре Прото. Прото вообще придумали SKS компрессию. То есть, покупая компрессию Прото, вы покупаете компрессию у людей, которые вообще ее создали и в ней шарят как нельзя лучше. На зажиме написано, что патент номер 865752/93089600, если кому интересно. Сделан зажим в США. Он крутой, он мелкий, не такой здоровенный, весит сравнительно немного. Берите смело. По поводу болтов. Болты, которые зажимают хомут, идут в комплекте. Они все лежат в коробке. Все зажимы Прото поставляются с болтами, лежащими отдельно. Болта, который крепит вилку, ну, проходит через зажим внутрь и вкручивает саму вилку, в комплекте нет. Имейте это в виду. Смотрите, чтобы болт шел в комплекте с вилкой. И мне офигеть, как нравится вот этот вот темно-серый цвет с темно-серым рисунком. Прям очень круто смотрится вообще. Вау. Если Baby SKS вам кажется слишком маленьким, есть и стандартные протовские SKS, в том числе про модель Чима Карденеса. Про него я рассказывал, это крутейший чувак с дикой прической и невероятным стилем, он фанатит от шоколада и от своих мексиканско-майянских корней, и поэтому его зажим, он с рисунками майя, тут не просто написано прото, если присмотреться, прото написано такими тотемными штуковинами, в общем, прям вот смотрите. У него какой-то нереальный цвет, он от зеленого к синему, такой цвет морской волны. Можете в комментариях написать, синий это или зеленый. В комплекте идут все болты, тут уже в комплекте есть болт, который вкручивается в вилку. Также идет проставка под стандартные рули, можно вставлять оверсайз рули. Короче, стандартный классический протовский SKS-зажим, но теперь фирменные расцветки Чема Карденеса. Если вы фанатеете от Зака Мартина, а зажима вам оказалось маловато, то руль ретро специально для вас. Это руль цвета Army Green, он такой темно-зеленый. В этом вот месте руль не Army Green, на нем вырезан нож. Тут вот он снова Army Green, тут видно термообработку после сварки. А самое главное, что этот руль просто охренеть какой здоровенный. 762 мм, это очень дофига. Ну, в общем, это прям вот рулище, прям, если вы 2 метра роста, можете брать этот руль SKS и, в принципе, не придумывать каких-то ухищрений, и вам будет норм. Он нифига не легкий, естественно, как и все рули Прото. Он сделан в Америке, как и зажимы Прото. И мне нравится нож, который на нем вырезан. Если же вы больше любите Чиму, то для вас есть руль Slayers. Он тоже фирменной расцветки, снизу он черный, а сверху он обалденно переходит вот в этот вот бирюзово-синий-голубой непонятный цвет. Здесь такие же майянские рисунки. Офигительно, что они